В очередную командировку в Шатойский район Чеченской Республики отправились 8 сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Клинцовский». Ранним апрельским утром во время традиционного построения полицейские получили последние наставления перед длительной командировкой. Напутствовал их и православный священник. Полгода стражи порядка будут охранять общественное спокойствие в тысячах километров от родного дома. Фактически командировка продолжается с 2000 года, уже 14 лет. Основные задачи, которые будут выполнять сотрудники органов внутреннего дела, они фактически перекликаются и пересекаются с теми задачами, которые выполняем здесь мирное время, плюс оперативно-боевые. Это обеспечение прав и свобод граждан и территориальной целостности Российской Федерации. В основном сейчас службу несут на контрольно-пропускных пунктах полиции, которые в горной местности еще остались, потому что введен и действует режим контртеррористической операции. Следуя христианским традициям, благочинный Клинцовского округа протоиерей Василий Воликов благословил отъезжающих, окропил их святой водой и каждому вручил образ святителя Николая Чудотворца. Пускай Господь вас сохраняет на всяком деле. Кармашек можно будет положить. Всегда у вас будет Божье благословение по молитвам святителя. В благословении священника, в его молитве, в окроплении святой водой, воину подается благодатная помощь Божия. Любой человек, особенно тот, кому предстоит исполнить свой долг, послужив людям и Родине, это чувствует. И, конечно, бывает благодарен за это. Да, 14 лет мы уже отправляем наших православных воинов в командировку. Все время служим молебен, окропляемся этой водой. Преподносим им иконочки Георгия Победоносца, святителя Николая. Ну и, конечно же, призываем их помнить, что у нас на небе есть любящий Отец, это Господь. И что наше единение с Богом происходит через молитву. Для многих из тех, кто в этот день отправился на чужбину, это далеко не первая служебная командировка. Для старшины полиции Александра Мельникова нынешняя поездка уже третья. Но, как и подобает настоящему мужчине, полицейский держится уверенно и спокойно. Не первый раз просто еду уже. Так что привык уже. Все хорошо, все нормально. Что я скажу? Провожаю не в первый раз и думаю, что надеюсь, все встречать буду. Опять же, не первый раз. Надеюсь, что вернется живой, здоровый, и все будет хорошо. Служил полгода, вернулся здоровым, живым, чтобы встретили опять его. 5 минут на прощание с родственниками, сослуживцами, друзьями. Проводы были немноголюдными, но без слез не обошлось. Все-таки жены и матери расставались со своими родными мужчинами на полгода. У некоторых сотрудников есть маленькие дети, которые пока не понимают, что отец уезжает далеко и надолго. Но служба есть служба. И пусть она будет достойной и успешной.